Вадим, скажите, пожалуйста, есть ли у вас, может быть, какие-то хобби? Что даю? А что? Бананы. Людей. Шучу, не бананы. Никогда вы раньше не занимались тем, что там, может быть, бизнес у людей отбирали? Ну, это было давно. Это уже не считается. Не считается. Ну, позавчера, что было, то и забудем.